Сказки «Лисьего острова» – серия авторских анимационных сказок, главными героями которых стали вовсе не волшебные существа, а самые обычные дети и подростки. Истории, вошедшие в серию, посвящены тем, кто никогда не теряет надежды, верит в добро и в обычной жизни своими руками, без помощи магии, творит чудеса для других людей. Автор проекта – рязанская писательница Татьяна Бадалова. «Пока горит большая свечка» – ее новая история, которую впервые сегодня показали рязанским школьникам. Это сказка о двух мальчишках, хулиганах, которые ослушались всех, кого можно, и залезли в маяк, вскрыли его, и попытались его починить, потому что он был сломан, а в это время их отцы находились в море и не могли вернуться, потому что без света маяка причалить очень трудно к берегу. Видеоряд к сказкам создают профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга в техниках рисования песком и светом – эбру, теневой анимации. Среди тех, кто уже поддержал благотворительный проект своими голосами, группа «Ария», музыканты Эдмунд Шклярский, Жанна Агузарова, Николай Фоменко, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, а также актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Всеволод Кузнецов и ведущие Екатерина Андреева, Виктор Гусев, Михаил Куницын. Это проект мой, который, в общем-то, я и придумала, да, и привлекла к этому проекту достаточно большое количество людей, звезд, художников, композиторов. В общем, у нас большая команда, которая растянута на 3 города, даже на 4, наверное, города. Проект зародился в 2020 году. Очень хотела сделать серию именно добрых сказок, направленных на пропаганду, если можно такое слово употребить, семейных ценностей, добра, рассказать детям о том, какие бывают дети, о том, что можно помогать друг другу без помощи волшебной палочки, а просто потому, что у тебя большое доброе сердце. С каждой новой сказкой команда проекта приезжает в школы, детские дома, интернаты для детей с особенностями развития, в дома культуры и пункты размещения беженцев с Донбасса. С ноября 2021 года, со времени существования проекта, состоялось уже более 40 показов. Формат встреч предполагает не только просмотр сказок, но и обсуждение с детьми поднятых в них проблем. Кроме того, маленьким зрителям всегда интересно пообщаться с живым писателем и узнать, как вообще создаются сказки.